Молодой человек, здравствуйте. Здрасте. Скажите, пожалуйста, откуда вы? Из Мурманска. Из Мурманска. Вот только что вы прочитали сказку про черное полотенце, которое ело живых людей. Ваши впечатления? Потрясающее произведение. Просто глубина мысли автора, она настолько захватывающая. Думаю, она надолго въедется в мой разум и будет сопровождать меня. Скажите, пожалуйста, какой положительный или отрицательный опыт вы извлекли для себя из этой книги? Положительный, отрицательный. Скорее, я просто вспомнил, какие рассказы я читал в детстве, и они как-то у меня всплыли в голове, и я что-то из этого такого вспомнил. А так, ну, положительный, посмеялся, конечно, забавная история. Забавная? Да, забавная. Скажите, пожалуйста, мнение какого известного человека об этой книге вы бы хотели услышать? Авторитетного для вас? Даже не знаю, наверное, этого. Как этого режиссера зовут? Стэнли Кубрик. Нет, не Стэнли Кубрик. Отечественного. Михалкова. Михалкова, да, вот. Михалкова я бы хотел услышать мнение. Никита Михалков, пожалуйста, прочитайте эту книгу. Она реально стоящая. Почему? Ну, потому что она достаточно оригинальная. Вам интересно узнать его мнение. Да, мне интересно. Скажите, пожалуйста, мнение Сергея Шнурова об этой книге вы бы хотели услышать? О, я думаю, да, но не в матерной форме. Не в матерной форме. Не в матерной форме. Давайте. Сергей Шнуров, будьте добры, прочитайте эту книгу, потому что мне бы очень хотелось узнать ваше мнение по поводу содержания этой книги. Порекомендуете ли вы прочитать эту книгу вашим друзьям? Да, ребят, обязательно рекомендую вам всем. С вами Тимофей. Спасибо вам большое. Снято.